Всем привет! И в сегодняшнем видео у нас будет мастер-класс по декоративной ботанике в графике. То есть мы будем рисовать различные веточки линером. Такие иллюстрации можно загрузить на стоке, и они достаточно хорошо продаются, особенно если их как-то еще стилизовать, обработать и, собственно, перевести в векторы. В данном видео я буду использовать три линера. Это линер 02, линер 04 и еще один линер 02, но другой фирмы, и он скорее похож больше на 03. Также я буду использовать простой карандаш автоматический, у которого стержень 0,7 и твердость его HB, но вы можете использовать любой другой карандаш для того, чтобы наметить формы ваших изображений. Собственно, приступаем к рисованию. Для начала я намечаю карандашом свои веточки. У меня на самом деле не очень хорошо получилось их закомпоновать, но так как мы рисуем для стоков, это не страшно, потому что все равно все иллюстрации в дальнейшем будут обрабатываться и перекомпоновываться. И также из них будут создаваться симиляры. После того, как я наметила, я определяю, с какой стороны у меня будет падать свет, и закрашиваю по форме предмета. У листиков я специально делаю такие ярко выраженные прожилки, то есть я не прорисовываю каждую прожилочку, но тем не менее показываю направление, как бы они шли. Где-то утолщаю, где-то несколько раз провожу по одному и тому же месту, чтобы получить тон потемнее, либо я просто штриховку располагаю ближе друг к другу, и тогда тоже получается чуть темнее по тону. Чем больше у вас будет в одном изображении разницы тона, тем будет смотреться интереснее. Собственно, для разницы, для того, чтобы вы увидели ее, я нарисовала одну из веточек линером 0,4. И выглядит это намного более декоративно, чем когда вы рисуете тонким линером. Если взять линер 0,1 или 0,0 сколько-нибудь, то будет еще более натурально. Но так как мы рисуем набор для стоков, у нас получается декоративная ботаническая иллюстрация. Ну что, надеюсь, такое наше сегодняшнее коротенькое видео, мастер-класс, был для вас интересным и полезным. Возможно, вы тоже захотите нарисовать какую-либо похожую декоративную ботаническую иллюстрацию для стоков, создать из нее симиляры, будет здорово. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, не забывайте делиться нашими видео с друзьями, ну и смотреть другие наши мастер-классы. У нас сейчас на канале вышло достаточно много новых мастер-классов по интуитивному рисованию, по Procreate и различных других мастер-классов по рисованию. Ну и не забывайте про то, что у нас на канале есть различные видео про стоки. Все, всем пока, до новых встреч, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Thank you.